Специалисты городского хозяйства вышли на финишную прямую подключения жилищного и социального фондов к отоплению. На сегодняшний день в 99,9% учреждений соцсферы подали тепло. С подключением жилых домов самарцев справились на 99,6%. Актуальные сезонные задачи разбирали на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства и экологии. Обсуждение прошло под руководством первого заместителя главы Самары Владимира Василенко. Уже сейчас вопросы по подаче тепла можно задавать, позвонив по горячей линии, которая заработала 7 октября. Принимают звонки специалисты районных администраций, в диспетчерские которых рекомендуется обращаться прежде всего. Также заявки можно передать по горячей линии профильного городского департамента и в единую дежурно-диспетчерскую службу. Актуальные телефоны размещены на официальном сайте администрации Самары и в официальных аккаунтах мэрии в социальных сетях. Первый вице-мэр отметил, что к сегодняшнему утру по телефонам горячей линии поступило 216 обращений. Помимо этого, не остаются без внимания обращения, адресованные профильным службам через соцсети. Все вопросы незамедлительно взяты в отработку. Адресный контроль организован до полного подключения отопления в Самаре. В частности, основные работы связаны с регулировкой систем отопления, устранением повреждения в случае их возникновения и другими вопросами, фигурирующими на старте отопительного сезона. Напомню, что отопительный сезон в Самаре стартовал заблаговременно с 18 сентября. В связи с технологическими особенностями процесс не одномоментный, а постепенный. Первыми начали подключать учреждения соцсферы, а затем с 25 числа теплоноситель постепенно начали пускать и в жилищный фонд города. Многоквартирных домов в Самаре более 10 тысяч. Большинство из них уже отапливаются.